Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на телефоне Вика Хэйри изменить язык клавиатуры. Для начала заходим в настройки, далее ищем пункт «Язык и ввод», после чего нажимаем «Виртуальная клавиатура», «Google клавиатура». Если у вас выбрана какая-то другая, то выбираем ее. Далее «Языки». Отключаем языки системы и включаем тот, который нам больше всего нравится. Давайте выберем какой-нибудь, который сразу будет заметен. Греческий, например. Выходим. И давайте сейчас проверим. Зайдем в Google. Подождем, пока это сообщение пропадет. Как видите, у нас сейчас включен русский, и чтобы переключить клавиатуру, нужно нажать вот сюда, на такой значок планеты. Нажимаем английский, еще раз, и греческий. Давайте сейчас вам покажу, как удалить язык. Заходим опять в настройки, язык и ввод, виртуальная клавиатура, Google клавиатура, языки. После чего находим язык, который мы включили, и просто выключаем. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!